Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Вопросительную ухо-горло-носию». С вами Владимир Зайцев. Сегодня мы говорим об ингаляции и ингаляторах в лор-практике. Казалось бы, ингалятор – это устройство для бронхолегочной системы, для трахеи, для бронхов и для легких. Но это не совсем так. Бывает в носу очень часто слишком вязкая слизь, которую нужно каким-то образом разжижить. Вот тогда на помощь приходит ингалятор, и в этом случае как раз можно использовать обычный ультразвуковой ингалятор, и ультразвук будет попросту увлажнять слизистую носоглотки, слизистую полости носа, слизь разжижится и отсморкаться будет легче. И второе состояние, когда мы должны использовать ингаляции, это при воспалении задней стенки глотки и при сухости задней стенки глотки при хроническом фарингите. Вот тогда слизистая оболочка будет активно увлажнена. Если делать ингаляции один раз в день, этого будет уже достаточно для того, чтобы комфортно существовать. Конечно, нужно не забывать и о специальных гаджетах, о увлажнителе воздуха и о мойке воздуха. Если вы ставите в той комнате, где вы проводите большое количество времени, воздух будет увлажненным, комфортным, дышать будет гораздо легче. Поэтому используйте увлажнитель воздуха, используйте мойку воздуха, используйте ингалятор, и тогда такие заболевания, как острый и хронический фарингит, как воспаление носоглотки, которое очень часто бывает у наших детей, при аденоидных вегетациях, при синуситах, ингаляции будут вам помогать. Сегодня мы говорили об ингаляторах и ингаляциях в лор-практике. С вами был Владимир Зайцев. Если вам понравился наш ролик, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на наш видеоканал и звоните в специальный колокольчик.